Всероссийское общество инвалидов в Югре отметило свое 20-летие. В Ханты-Мансийске прошла конференция, посвященная юбилейной дате. Югорское отделение объединило более 7 тысяч человек. Они налаживают взаимодействие с властью, защищают интересы людей с ограниченными возможностями здоровья, помогают в решении различных проблем. Принимают активное участие в создании доступной среды. Отмечу, что всего в округе проживают 54 тысячи инвалидов, из них 5 тысяч – дети. И миссия наша до 2028 года – улучшить это еще, вот, улучшить жилье, улучшить, значит, бытовые условия, улучшить трудоустройство, значит, хотя эти все задачи мы выполняем, конечно, совместно со всеми законодательными властями, исполнительными. В округе реализуется комплексная программа «Доступная среда». Она продлена на сегодня на уровне федерации до 2025 года. И в этой программе необходимо отметить о том, что округ решает задачи именно доступности всех приоритетных объектов социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты. Второй момент – это необходимое оборудование для комплексной реабилитации и непосредственно насыщение учреждений данным оборудованием для эффективного его использования.